Многопартийная система в Российской Федерации, несомненно, состоялась, но практически не связана с властью. Дело в том, что Единая Россия, которая сейчас контролирует исполнительную власть в большинстве регионов и на федеральном уровне, и обладает большинством практически во всех органах законодательной власти по всей федерации, это не политическая партия с цельной программой и перспективными планами, это просто собрание людей, уже добывших себе места во власти, и людей, надеющихся попасть во власть, не обременяя себя ни политическими взглядами, ни долгосрочными программами, ни тем более обязательствами перед избирателями. Так что все нынешнее изобилие политических партий с разнообразными программами, изредка даже содержащими разумные положения, к сожалению, никак не влияет на повседневную деятельность власти. В принципе, конечно, не у нас одних такая проблема. Скажем, отличие между демократической и республиканской партиями столь малы, что уже даже в самих Соединенных Государствах Америки на эту тему существует множество анекдотов. Просто у нас, поскольку мы проходим исторический путь вспять от развитого общества к буржуазному ускоренным темпом, все проблемы, неизбежные в буржуазном обществе, вылезают особо ярко, в том числе и проблема разрыва между политикой и властью.